Приветствую вас, друзья! Вы на канале команды Taurus Gaming Revival, и у микрофона сегодня Грей Фокс. Я наконец-то вернулся, наконец-то прошли новогодние праздники, наступил 2019 долгожданный, ну или может быть недолгожданный, смотря для кого как. Но в общем праздники закончились, и я вернулся домой, могу наконец-то продолжить прохождение вот этой замечательной игрушки и покормить обезьян, которые, наверное, там совсем оголодали в своих клетках, пока меня не было. Вот как-то так. Нет, на самом деле, для некоторых, ну вот для многих членов нашей команды, новогодние праздники — это, наоборот, хорошая возможность отделаться от работы, от учебы, от всяких прочих проблем и заняться творчеством, там, летсплеем или чем угодно. У меня же почему-то наоборот получается все время, и как наступают какие-то праздники, я вечно куда-нибудь уезжаю. В этот раз я был у родителей, ну там не то чтобы прям совсем деревня без интернета, но интернет там довольно слабенький, и комп у меня там довольно старый. К тому же его узурпировал мой батя, и вместо того, чтобы я за ним сидел, он там по полдня торчал и смотрел всякие теории заговоров. В общем, он вообще любитель такого дела. Там он смотрит теории заговоров ничуть не хуже, чем в этой самой игре. Вот, в общем, я, грубо говоря, бездельничал все праздники, а вот теперь вернулся домой и могу продолжить. Так что давайте и начнем новую игру. Я в этот раз выберу робота. Я буду в этот раз делать злые поступки. Я буду робот-злодей, убийца людей. Ну, в принципе, как и собирался в конце прошлой серии. Я там грозился, что буду получать злую концовку. Но вот в чем облом. Злой концовки здесь не существует. Да, так уж вышло. Пока я отсутствовал и занимался фигней. Так, игра, не пугай меня, игра. В общем, пока я отсутствовал, наша коллега, моя подруга Рин, заразилась этой игрой и очень много в нее играла на праздниках как раз таки. Но не на запись, а просто для себя. И она там уже гораздо больше меня знает, посмотрела, наверное, все клетки, все концовки. Так вот, что мы выяснили. Злой концовки не существует. Добрую она получила достаточно легко, и она действительно существует, как я и думал. Нужно, чтобы растение расцветало, делать всем добро и быть няшей. И тогда мы получим добрую концовку. 3-3. А вот злой концовки тут не существует. Для того, чтобы получить концовку 1-3, нужно просто не отправлять отчеты в клуб, не сдавать вот этих наших обезьянок. Там адреса, имена и все такое прочее нельзя посылать нашим коллегам или начальству в клубе. Вот. Но я, ну, в общем, буду получать именно такую концовку, забью на клуб, буду зарабатывать другими средствами деньги. Но вместе с тем я буду делать только злые поступки. Посмотрим, к чему это приведет. Но, прежде всего, я сейчас попробую одну интересную штуку. Устанавливается наша программа. Где мой курсор, господи? Курсор. Алло, куда ты пропал? А, вот, появился. Что-то мне не нравится, как это все глючит. Заходим сюда и удаляем программу. И что же? Я отписался. Удаление Monkey Vision привело к вашему исключению из клуба. Выйдя из дома в тот день, вы обнаружили, что кто-то нацарапал на вашей двери фразу «Живи своей жизнью, я больше не вернусь». С тех пор вы погрязли в повседневной рутине, вы живете в обшарпанной квартире и перебиваетесь периодическими подработками. И даже теперь, оглядываясь назад в вашу жизнь, вы иногда спрашиваете себя, что было бы, останься я в клубе. Это такая вот побочная концовочка. Оказывается, продолжение исчезло, надо же. Ну ладно, вот теперь по-серьезному начинаем новую игру за робота-злодея. И я не знаю, будут новые клетки, буду вам показывать. Будут старые клетки, где я не делал зла, там я буду делать зло.
и тоже буду вам показывать. Но если будет что-то совсем неинтересное, я это просто постараюсь повырезать. Не знаю, очень уж много времени заняло прошлое прохождение. Так, господи, почему у меня курсор пропадает, когда эта шняга грузится? Ладно, день первый. Устанавливается наша программа. Давайте смотреть, что там у нас. Ну не, ну так неинтересно. Хотя, вот в этой клетке я в прошлый раз ее сдал, да? Не шантажировал. В этот раз попробую пошантажировать. Хотя, блин, я же так делал уже. Когда я так делал? На стриме или на первом взгляде? Ну, когда в новинке записывал эту игру. Не знаю, не знаю, не помню уже. Вот так вот время идет, все забывается. Ну, сейчас, значит, буду собирать слова. Мышка, мышка, иди сюда. Здесь все легко. Шантаж — это определенно злая концовка. Так, сразу я куплю видеозапись. Она мне пригодится. Ах, вы гады. Не успел. Не успел этого. Тут он хамона сфотографировать, или как он там называется. Так, я его тоже за... А, тут запись невозможна, это печально. Вот насчет этой клетки у меня как-то идей нет. Что с ней вообще делать? Единственное, что здесь можно было делать, ну, удавалось сделать мне и вообще Воланду, по-моему, у него тоже была эта клетка, когда он играл на своем стриме. В общем, все, что удавалось сделать, это найти имя хозяина этой галереи и отправить отчет в клуб обезьян. Привет, я тут, все хорошо, да, это мы уже видели, пропускаем по-быстрому. Пока. В общем, что я думаю? Мы собираем информацию и сдаем ее в клуб. И что-то они с ней нехорошее определенно делают. Сами либо шантажируют, либо, я не знаю, тайные снимки, звезда. Так, ну тут больше ничего интересного нет. Можно сходить поработать, если пару часов... Нет, стоять. Да ну что такое? Окосел совсем. 4 часа, нет, это много. Можно сходить в магазин. Значит, купить фруктов, ну и кофе. Вот так вот. По полной затариваемся, короче. И посмотрим, Рин мне опять же сказала, что я слишком много еды покупаю в игре и слишком много жру. Так, ладно. Тут, по-моему, можно сразу найти. Да-да-да, это мы знаем. Можно искать по словам. Бюст Аминофиса V. Кевин Элгин. А вот Кевина Элгина не находит, однако. Да блин. Что-то у меня координация движения испортилась после новогодних праздников. Хотя я не бухал. Так, ну давай, Лесли. Дай мне больше желтых слов. Сахарная принцесса, то что надо как раз. Вот я тебя сразу даже запишу. Золото, кого хрен принес? Чё значит, где я? Ты постучала, я открыл. Какие проблемы вообще? Лимузин.
Через пару часов она вернется, да? Пошел, я поработаю пару часов. О, тут 8 часов она работает. 4 часа будет достаточно, я думаю. Я даже не посмотрел, что это за работа, ну да ладно. Как вы за ним погнались? Вы заслуживаете премии! Я, кажется, этого поймал. Вора собак. А Лесли уже ушла, ну ладно. Что у нас тут еще происходит? Вот эта фигня. И курятник. Не знаю, что там с ними сделать можно. Я бы еще купил ночную съемку. Но она только со второго уровня доступна. Убы. Я, пожалуй, кофе и немного поем. Чтобы у меня не падали индикаторы. И ждем. Ага, вот ты и вернулась. Давай, какие-нибудь новые слова, которые позволят тебя раскусить. Превысим скорость. Доллары. Кстати, а где эти свидетели Уайлона? Они разве не в первый же день приходили? Вот ты и попалась. А, водитель. Водитель, я сказал. Эшли Эпплгейт, Эндрю Хейкс. Чувак, у тебя еще рабочий день не кончился? Не кончился. Добрый день, я Эндрю Хейнс. Агент по поиску талантов. Чем я могу вам помочь? Хочу узнать побольше об этой милой юной сахарной принцессе. Простите, я думаю, вы ошиблись. Эшли Эпплгейт совсем не милая и не... Да, я знаю. Я о ней говорю. Нет? Ну, ладно, давайте сменим тему. Вот, водитель. Водитель-чудо-водитель. Да, водитель-чудо-водитель. Замечательно. Пока. У меня нет больше вопросов. Сейчас будем искать... А, вот здесь еще не хватает, да? Чудо-водитель. У меня есть доказательства, но вот здесь не хватает. Нужно больше золота. Ну, в смысле, больше слов про деньги, чтобы кружок это все ввести, и можно было... ну, короче, если я ей сейчас напишу, у меня выбор будет только по вот этим вот... Вот этим вот крупным словам. И я деньги с нее потребовать не смогу. Возможно, я могу тайные тайные снимки без лифчика потребовать. Это же тоже неплохо, но... Да ладно... Обойдусь. Так. Спим 9 часов. А, 8 часов, да? Ну, в принципе, делать нечего. Спим 8 часов. Оба-на. Вот мне клуб предлагает стандартное исследование. И мне нужно забить на эти письма. Как я понял, может быть, я ошибаюсь, и в конце прохождения будет облом какой-нибудь. Но я забью, не буду им никакие отчеты посылать. Я сам разберусь тут с этой Лесли и со всем остальным. Кстати, вот... Кого черт? А, я же заказывал хот-доги. Приветствую. Пустота и форма — две стороны одной монеты. Жизнь и смерть, сон и бодрствование, холестерин и фастфуд, они неотличимы друг от друга.
Вот ваш заказ. Спасибо, можешь идти. Обойдешься без чаевых. Еще увидимся. Мне интересно, кто скрывается под шлемом? О, что-то происходит, Вот Лесли пришла. Главная звезда. Тут мыши бегают вокруг тебя. А ты даже не отвлекаешься. Я тоже хочу, чтобы мне снимки приносили много денег. Причем твои снимки. В смысле, я не хочу, чтобы она фотографировалась голой. Я хочу, чтобы она мне проценты отчисляла со своих этих заработков. Не подумайте. Ой, ну и хрен с тобой. Увидимся вечером, так вечером. Я лучше поработаю пойду. Увы, я слишком долго работал. Похоже, Лесли уже пошла спать. Ну ладно. Тут же ничего нового не появилось. Нет, не появилось. Что у нас тут? Ни хрена хорошего нет. Ладно, будем отдыхать. Здоровый 8-часовой сон. Все как врачи рекомендуют. Который час еще можно поспать. Вот так вот. День третий. Хозяйка вернется сегодня. Но деньги у меня вроде были. О, кошмар. Трагедия на Олимпиаде по загару. Один человек погиб, и двое пострадали на третьей Олимпиаде по искусственному загару, прошедшей на этой неделе. Победитель соревнований Питер Флинт получил лишь небольшие ожоги. Это что-то странное. Соревнование по загару. Кого там... А, вот и вы, ребята. Здравствуйте. Нет, некогда мне с вами разговаривать. Валите к черту, оставляйте свое растение. Все равно я им не буду заниматься. Пусть оно хоть засохнет. Ага, вот и ты. Пошла к черту, я занят. Опять без лифчика, ну что ж такое-то? Что, еще не хватает? Мне нужно еще одно слово про деньги. Прибавить скорость. Что, и все? Золото. Желтый драгоценный металл. Чрезвычайно ковкий и пластичный химический знак Аурель, да. Ауру. Хозяйка вернется где-то днем, да? Где тут мой календарь? Вернется сегодня. Днем. День это с 13 до 17. А сейчас у меня 12. Нет, на работы на часок. О, как раз на заправку устроюсь. Записки нет, значит, еще не приходила эта дура. Так, где что происходит? Я как раз вовремя. Вообще отличный тайминг, просто профессиональный. Ну уже дай мне то, чего хотят твои фанаты, они этого ждут. Да, вот так, отлично. Ты прекраснее без одежды. Я вполне согласен. Давай, теперь блузка, а теперь без лифчика. Хорошо, отлично.
О боже, ты не представляешь, как хорошо это тело смотрится на моих снимках. Я отвезу тебя к звездам, это превосходно. Буду ждать тебя через пару часов. Все же я до сих пор не понимаю, чем Лесли занимает... Эшли. Чем она занимается постоянно? Она по 100 раз на день переодевается, там принимает ванну, что ли? Что за ней можно постоянно подглядывать? И... Хозяйка, ты где? Думаем и ждем. Мне тут еще письмо пришло, клетка 3. О. Я пришла за деньгами, не трать мое время, у меня завтра экзамен в моей заочной бизнес-школе, с тебя 90 баксов. Забирай, подавись. Вернусь через 3 дня, отлично. Так, у меня еще осталось на одну камеру. Деньжат, и все. Тоска, печаль. Пошел я работать. Так, который час? 15, да? Ну, почти 16. Что мне тут предлагают? 4 часа, расклещик объявлений. 8. Это слишком много, вот это сойдет. Буду работать. Раз уж нельзя отправлять отчеты, буду работать, а также буду сам разбираться с обезьянами. При помощи шантажа и прочих интересных вещей. В 8 вечера, я думаю, Лесли еще придет, так что ждем, сидим. А вот и ты. Как раз в 22.00 где-то она возвращается. Давай, расскажи мне еще что-нибудь. Кучу бабок ей надо. Золото настоящее. Я тоже хочу настоящее золото, но ты ж мне его не дашь. Я, кстати, купил еще одну камеру себе. У меня остался $1. $1 остался. Черт, она уходит. Ладно. Пошел я в ночную смену тогда работать, раз жизнь, боль не везет мне со словами. Который час? 7:20. 8:20, 9:20. Ну, 2 часа сойдет. День 4. Хозяйка вернется послезавтра. Что тут у нас? Наркотики, президент, день открытых дверей ГРУ. Государственное разведывательное управление провело день открытых дверей. Это замечательно. И еда из мусора. Черт возьми. Так, что тут у нас интересное? Штатлер! Ну, я вроде бы все правильно сделал в прошлый раз. Наверное, я не буду вам показывать прохождение вот этой клетки. Я... Кого там еще? Отвали к черту. Печальная ситуация, однако. А хозяйка еще не скоро вернется, но тем не менее. Давайте тогда покупать камеры. Да нет, какого черта? Я же пропущу все. Покажи мне все, все. Ну, блин, почему про деньги ничего не говорит? А в 14:00 она будет, да?
14.00, это через 3 часа. Вот есть работа на 3... Работа на 3 часа нет. Это на 8, это на 1. Ну, пойдем. Прогуляюсь. На заправку. Так, о, мистер Штатлер. Ну, я тогда займусь пока Штатлером. И вернемся, когда придет Лесли. Ох, они одновременно тут что-то рассказывают теперь. Придется щелкать туда-сюда. А! Чуть не пропустил. Блин, здесь даже легче набираются слова, чем у фотографа. Ну ладно. Ересь, das ist Propaganda, я есть хороший Гитлер. Я так думаю, может быть, все-таки ему попробовать что-то другое сказать. Там-то 3 выбора было. Придония. Хенкель. Так, Август Хенкель. Не знаю, можно ли тут что-то найти. О, да, это тоже что-то про пропаганду. Начало кампании Уокера вызвало споры. Оппозиция заявила, что его последняя речь – жалкая пропаганда. Мы единственные, кто представляет эту страну, ее ценности и идеалы. Остальное – это просто терроризм, эмиграция, сексуальные отклонения и хаос, заявил президент перед своими избирателями. Так, вы там еще работаете, ребята? Ой, сомневаюсь, это же полночь. Добро пожаловать. Это автоответчик программы «Один пенсионер, одна улыбка». Пожалуйста, громко и четко произнесите «1», если вы хотите получить общую информацию об услуге. «2», если вы хотите ознакомиться со списком участников. «3», если... список... Давайте посмотрим список участников. Извините, но мы не поняли ваш ответ. Не могли бы вы повторить его громко и четко? «2», блин! Опять не поняли? «2»! Назовите фамилию человека. Господин Штатлер. Штатлер. Голос искаженно звучит. Господин Штатлер, заколебали. Дэниэль Штатлер, вот, отлично. Зачем я звоню? Ну, не знаю, я у вас информацию получил, как бы, и все. Вот ему что-то можно отправить. Ему что-то можно отправить на эту улицу. Я пробовал слабительное, но что-то не прокатило. Так, полночь. Самое время пойти поработать. Дегустатором картошки фри. Почему бы и нет? Или же мой помощник на склад. Но у меня сон. 95 баксов, да? Нет, не то. Сейчас я кофе напился и пошел работать. До самого утра буду вкалывать на складе. Главное, почему бы там не поспать? Или если у меня будет высокий показатель усталости и я усну, то... Одного часа хватит. Если я усну, то склад ограбят, меня оштрафуют. Дней до оценки. Один, хозяйка вернется завтра. Мне надо купить 2 камеры, мать их.
Последнее предсказание Делии. Гадатель на картах Таро Делия Лефтлер была найдена мертвой после того, как предсказала собственную смерть в своем телешоу. Полиция считает, что это было самоубийство. Да, интересно. Почему они так считают? Цены на фрукты, да? Это хорошо. Цены на фрукты это хорошо, но... О! Финансовый этот, советник. Но он в основном по вечерам зажигает. Давай, скажи мне что-нибудь. Полностью голая. Это ровно то, что мне нужно. Эти снимки стоят кучу бабок. Да ты уже это говорила. Нужно прибавить скорость. Не останавливайся. Да что она там творит-то вообще? Знаете что, давайте я попробую все-таки. Профессиональный водитель, машина лимузин, предлагаю круглосуточные услуги. Чем могу вам помочь? Ну да, вот здесь нельзя выбрать. Скорее всего, так не получится. Я боюсь опять провалю это задание, если поспешу. Да, если мне понадобится водитель, я знаю, где тебя найти, вот на этом чердаке. Так, а как насчет господина господина Штатлера, где он есть? Так, сегодня у меня свободный день. 4 часа, 2 часа. Час, пойду поклею объявление. Ой. А, это я траву косил, да? Я думаю, это расклейка объявлений. Финансы. Ужасное время. В прошлом быть ценности и уважения. Но это было время насилия, жестокости. Насилие? У них просто быть слабейшим характер. Кто про насилие, кто про долги, кто о чем? Геноцид есть очень плохое слово, а вот деньги это хорошее слово. Но почему-то оно мне выпадает не там, где надо. Время пить лекарства от недержания. Да пожалуйста. Ой, еще и ты. Ну уже, дай мне еще одно желтое слово, и мне этого хватит, чтобы тебя взять за яйца. Ну, в смысле... Ну, в смысле... Короче, не знаю, какую еще аналогию привести. Поймать без штанов. Блин, я все время забываю, что это не бабы. Ну, не только бабы. Но есть еще извращенцы. Ну, да ладно. Лесли, скажи мне что-нибудь про деньги, сучка. Финансовый советник. Так. О,
Я в прошлый раз сказал, что прошлое было замечательным, но давайте в этот раз я скажу, что прошлое было ужасным. Рин сказала, что очень плохо себя после этого чувствовала. Почему-то. Где ты, сволочь? Вот. Вот я и посмотрю, что ж там такое. Даже если это хороший поступок, то... Так и сделаем. Здравствуйте. Кого вы спрашиваете? Август Хенкель. О боже, вы! Почему бы спрашивать про это имя? Скажите, вы Август Хенкель или нет? А это... Найн, я не Хенкель, но если бы я вдруг был... Чего вы хотите? Что думаете про эту программу? Про Фридонию? Ну, это ваше прошлое было ужасным, господин Хенкель. Майн гот, будь я Хенкель, я бы сильно ранить меня сейчас... Ой, вы бы сильно ранить меня сейчас своими словами. Вы были монстром, да? Монстром? Найн-найн, подумайте. Миллионы любить Гера Хенкеля, как отца всего 60 лет назад. Я не знаю, почему его теперь так оскорбляют, не понимают. Мне вас совсем не жалко, вы заслуживаете и того, и другого. Но почему вы так говорите? Я не понимаю такой ненависть. Я не Хенкель. Но если бы я им быть, мое старое, уставшее сердце быть бы сейчас раздавлено, и я бы повесить трубку и горько рыдать от ваших слов. Да? Ты, скотина, ты чё расцвело? Это что, хороший поступок, что ли? Да вы обалдели. Нет, я так не хочу. Печально. Все это очень печально. Кого-то еще принесло. О, почтальон. У меня посылка для квартиры 36. Посылка для квартиры 36. Да-да, это здесь, давай. Давно тебя жду, дядя. Тогда держите посылка. Желтые цветы. С открыткой между нами все кончено. Отправь цветы обратно к окошечке. Хенкель, что хочешь? Здравствуйте, это Даниэль Штатлер. Ну да, здравствуйте, господин диктатор. У вас что, определитель номера есть? Я просто звоню сказать, что если бы я быть Августом Хенкелем, я бы сейчас быть расстроен и напуган вашими обвинениями, поэтому я брать простой картонный чемодан и очень быстро покидать мой дом. Оставляю воспоминания позади. К счастью, я не Август Хенкель. Прощайте, незнакомец. И куда ты направился, господин диктатор? Так, мне нужны камеры. Где что происходит? А, вот здесь. Это было прекрасно, прекрасно! Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне поплохело. Еще больше бабок, дорогая, ты лучшая. Не подведи меня, сахарная принцесса, пошли к черту. Какая бедулина... Чё тебе надо? Отвали нахрен. Вот, то, что надо. Целое состояние. Фанаты платят мне целое состояние, чтобы увидеть, как ты выглядишь голая.
Эй, пора прибавить скорость. Да, так лучше. Деньги, много денег, куча денег. Много денег я хочу. А, нет, я хочу ее написать. Это Лесли Дули, водитель. А, здравствуйте еще раз. И много платят водителям. Вы можете расслабиться на своей работе, чердак. Хочу спросить про ваше увлечение фотографией. Да, я люблю фотографировать, мои пейзажи выставляются в небольших галереях. Но не более того, вы тоже фотографируете? Возможно. Но мне больше нравятся ваши тайные снимки голой Эшли Эпплгейт. Что? На что вы намекаете? Это... Я возмущена! Это оскорбление! Это... Кстати... У вас есть хоть какие-то настоящие доказательства, которыми можно подкрепить обвинение? Да пожалуйста, держите. Что это? О боже! Как? Как вы получили это видео? Пожалуйста, не сдавайте меня. Моей карьере придет конец. Я сделаю все, что вы захотите. Я хочу получить свою долю денег. Чертов шантажист! У тебя нет ни капли совести. Я. Ты. Ну, хорошо, я согласна. Я буду отдавать часть денег, которые получаю за снимки. Но мы теперь соучастники. Если что-то случится, ты пойдешь ко дну вместе со мной. Вдобавок, мне придется сейчас же покинуть этот чердак. Благодаря тебе он... Он что? Ну ладно. Так, камера у меня есть. Хозяйка вернется завтра. Значит, у меня все плохо со сном и не очень хорошо с деньгами. Требований нет, да? Требуется коридорный. Работать 4 часа. Давайте поработаем. И на этом будем серию заканчивать. Я не знаю, сейчас записано 55 минут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 55 минут записано. Не знаю, сколько выйдет в итоге. Так, 8 часов здорового сна. Что же, всем удачи, всем пока. Пусть наш герой отдыхает, а мы с вами увидимся в новой серии.